Киокушинкай – спорт настоящих воинов. Здесь нельзя проявлять никаких эмоций. Двое из таких бойцов, жители города Видное, стали призерами чемпионата России. История Петра Листопада на первый взгляд выглядит простой. В Киокушинкай мальчика в 7-летнем возрасте привел отец. Уже тогда, рассчитывая на перспективу, от Петра ожидали успехов. Но кто бы мог подумать, что таких весомых. Свой 10-летний юбилей в спорте боец отметил вторыми местами на чемпионате Европы и первенстве России. Однако по ходу национального турнира у юноши возникали некоторые трудности. В первый день у меня отборочные 3 боя было. Вот в этих боях я тоже достаточно травм набрал. И самое тяжелое было это на второй день с мыслями собраться. То есть не так не физически настроиться, а психологически. Сергей Осинцев вернулся с первенства сразу с 2 трофеями. Юноша занял 3 место в весе до 70 килограммов, а также был награжден специальным призом за волю к победе. Второй титул, по словам бойца, стоит для него выше, чем призовая позиция в турнире. Номинация присуждается за проявление поистине воинского характера. Спортсмен бился с травмой, которую получил в полуфинальном поединке. Что примечательно, боец выиграл ровно те же титулы в прошлом году. Приз за волю к победе 2-й год подряд делает Сергея, что называется, народным чемпионом. Когда дерешься в полуфинале или финале, отдаешь все во время боя, и это люди замечают и поэтому голосуют. На пути к выступлению на национальном первенстве спортсмены преодолели многих соперников, в том числе и самих себя. В этом им помог заслуженный тренер России Андрей Кузнецов. Строгий, требовательный, но справедливый, он ежегодно готовит ребят к самым престижным соревнованиям, откуда потом его бойцы практически всегда возвращаются с трофеями. Вот и в этот раз, благодаря выступлению видновских спортсменов, регион занял высокое место в общем медальном зачете. На этом первенстве России Московская область завоевала в общей сложности 4 медали. 2 из них воспитанников именно города Видного. То есть 50% медалей Московской области заняли наши спортсмены. Это очень приятно. И в итоге мы заняли 3-е общекомандное место в общекомандном зачете. Определить проигравшего в бою по правилам Киокушинкай можно, посмотрев в лицо спортсмену. Если один из участников поединка демонстрирует болевые ощущения, то его оппонента по судейскому решению признают победителем. Однако наши ребята на минувшем первенстве России так просто не сдавались. У каждого из них есть своя спортивная мечта. Петр жаждет выиграть чемпионат мира, Сергей – первенство Европы. Но для этого придется еще основательнее работать на тренировках. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.